Попрятались все. Что, Харечка? Какая тебе Харечка? Привет вам. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, поцелуемся. Да, конечно. Точно. Белобаньган? Идем, я мусор вынесу. А потом кушать в парк. Да. Петроскин, привет. Привет. Вон у нас здесь как спускаться надо. Тут можно просто очень хорошо загреметь под фанфары. Ну, прыгать надо, как я. Да, действительно. Идемте. Идем, идем. Да, идем. Осторожно, мина. Да мы знаем эту мину. А, спасибо, что напомнили, водички налью там. Да, спасибо. Наливай. Сейчас, кисоньки, сейчас. Наливай, наливай. Наливаю, наливаю. Томас. Привет. Привет, киса, ты там спала? Да. Ну, сейчас. Так, вас уже здесь... Пятеро. Шестеро. А, шестеро. Да. Сейчас водички налью только, пойдем в парк. Хорошо? Да, хорошо. В принципе, здесь вода есть. Ну, долей. Долью сейчас. С кем? С Матроскиным. Ага. Ой, белый бандюган, киса. Сейчас. Надо сделать осторожно. Без лишнего шуму и пыли. Так, осторожно. Попу убираем. Воду наливаем. Воду налили, попу убрали. Фух. Теперь нужно закрыть бутылочку. И пошли мы в парк. Так, киса, я пока паузу сделаю. А что ты здесь не кормишь? Потому что если я здесь буду кормить вас, вы все равно потом побежите в парк. Ну да, мы такие. Вот такие-то, поэтому пошли. Белый бандюган. Не белый бандюган, а белый бандюган. Ну так, кисонька, идем. Ну, идем. 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 Идемте. Кто там под ногой? Я. Угу. Лоскутик. Привет. Малахольная. Я знаю. Могу в дюндель дать малахольно. Молодец, киса. Идемте. Ой, как эти мухи. Марфуша, привет. Привет. Дождалась? Не. Ну идем, киса. Идем. Стоп. Машину пропустили. Мявка, привет. Привет. Идемте. Переходите дорогу, переходите. Томас, быстрее, а? В чем дело? Давайте. Шустрее. Ой, кисы. Ну? Все, идемте, кисоньки. Идемте. Почти все перешли, да? Да, почти все перешли. Ну? Там кто-то и остался. По-моему, прихожанин остался. И лоскутик. О, мямочка. Кисонька. Ты меня увидел? Да, увидел. Сейчас будем кушать. Спасибо. Здравствуйте. Да, кисы. Идемте. Ой. Идем, вперед. Шагайте. Ну? И мне нужно тихонечко так покошачьи тоже слезть. Опа! Томик, привет! Привет!
Ай, кисы. Ну, давайте. Мямочка. Я знаю, я себе подожду. Хорошо. Так, и куда белый бандюган прыгнет, а? Не иду куда прыгать. Вот сюда. Тома спрыгнула. И давай. Ну, белый бандюган, особое приглашение? Вон она место освободила. Ага. Вон она. Ну что, кушать? Сейчас. Наконец-то. Ты чё? А ты чё? Так, Матроскин. Не, первому белому бандюгану, да? Эй, уйди. Так, белый бандюган, тебе здесь. Матроскин, повернись. Тебе здесь. Так. Теперь Томасу. Томасу. Мявочке. Мявочка, иди сюда. Иди сюда. А доченьке? Доченька, сейчас. Доченька. Марфуша, иди сюда. На, Марфуша. Возле мамочки. Сейчас добавлю. Кто там? Харька. Харька. Бандит, привет. Привет. Так, тебе сначала нужно добавить. Вини дать, а то ты... Иди сюда, киса. Иди сюда. Кушай. Маруся, иди сюда. Иди сюда. Кушай. Спасибо. Спасибо. Тобик. Кушай. Спасибо. Так, Харька, иди сюда. Кушай. Спасибо. Так, Марфуша, на. Спасибо. И мямочки. Мямочка, на, кисонька. Иди сюда. Ой, там много. Вот столько. Хватит? Да. Иди кушай. Иди кушай, киса. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. Кисоньки. Мямочка, иди кушать. Маруся, кушай. Сколько вас сегодня? 9 с мямочкой 10? Да, нас 9 с мямочкой 10. Кисоньки. Мямочка, иди кушать. Маруся, в чем дело? Я хочу ее покормить. Ага, с ложечки. Нет. Так. Там еще есть. О, лоскутик. Пришла? Да, пришла. Сейчас я тебе насыплю. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Кушай. Если съешь, доешь потом. Ай, кисы, кисы. Все хорошо? Да, собака. Собака. Кушайте, кушайте. Он, бандит, видите, как спокойно кушает? Да, видим. Спокойно. Харька, что тебе толку кормить? Ты оставляешь. Ну, я оставляю для кого-то. Ну, хорошо, киса, хорошо. Благородный ты. Не, я благородный. Благородный кот Харька. Да. Он, мявочка. Мявочка, спускайся, тут еды дофига. И киса, иди сюда. Мявка. Это я буду есть. Вот тут кушай. А я здесь, хорошо. Вот садись, кушай. А ты жадная, Маруся, да? Я жадная. Я тоже хочу. Ну так ты можешь водички попить. Я так и делать. Только мямочку оставь в покое, хорошо? Конечно. Оставлю. Ай, кисы, кисы. Вон доедай там, да. Только осторожно, белый бандюган, осторожно. Мявка. Ну что ж такое, вот сзади тебя есть корм. Вот он. Кушай. Ой, спасибо. На здоровье. Кисы. О, лоскутик уже лыжи.
Я просто пришла поздороваться. Молодец. Поздоровалась? Я поздоровалась. Молодец, киса. Молодец. Белбандюган, у тебя еще есть? Я знаю. Подгреби. Сейчас. Все. Садись, кушай. Я уже не елся. Ага, Маруся, из одной кучи к другой. Бандит, ты хочешь еще? А? Ну да. Сейчас дам. Иди сюда. Ой. Ты ушел? Да. Ну, молодец. Бандит, на тебе еще. На, еще ешь. А мне? Иди в одно место тебе. Вон у вас здесь куч хватает. Всем. Арфуша, иди сюда. На. Иди сюда. Ну, прыгай. Не хочу, я наелась. Ну, хорошо. Бандит, чем пахнет от тебя? Он духами. Да, духами. Только поменьше нюхай его. Ой, ладно. А я еще поем. Ну, поешь, поешь мягко. Так, Тобик почти все съел, молодец. Маруся доедает. А, белый бандюган мямки на кучу хавает. Ну, ты оставил, я мямка тоже. А, вот в чем дело, ты мямка. Ладно, жри, я что-нибудь потом придумаю. Я сено оставлю. Мне, думаешь, так легко жрать это все? Действительно, белый бандюган. Действительно. Это ж сложность какая. Так. Все, Марфуша, домой. Лыжи. Тобик лыжи себе облизывает. Он скромное семейство. Кошачьих. Да, мы скромные кисики. Томас, разворот на 180 градусов. Иди сюда. Киса. Киса, иди сюда. Вот. Ну вот, вот, иди сюда. Вот, вот. Ну, Томас, развернись. Томас. Ох, какой ты. Какая я. Ну да, я съем ее. Съешь, съешь. На. Что, доесть здесь? Доешь, доешь. На, Томас. Вот, наконец-то. Ешь. И ты доедай. Все? Ну да, там что-то разбросано. Птицы пусть клюют. Ну, до птиц еще нужно время, чтобы прошло. А кроме птиц еще хватает у нас тут желающих. Ты так медленно пошел? Не, мне надо просто. Надо. А. Вот, легка на помине, сидит, выжидает. Ну а что делать еще остается, когда выживать только надо? Выжидать? Ну, выжидай. Попугаи, что ли? Да, это попугаи летают. А. Так. И что у нас с мямочкой? Не знаю, она что-то... Постеснялась выйти. Постеснялась? Ну правильно, с такими рожами, как у белого бандюгана, конечно, постеснялась. А что такое? Ничего. Видишь, оставил? Ну да, вижу. Что, бабушка Томас? Ничего. Наелись? Говорят, что вы через полчаса или через несколько часов уже опять жрать хотите. Ну это, в принципе, разница какая, кормишь вас или нет. Где эта мямочка? Ты сидишь там? Молодец. Тебе типа на блюдечке нужно с головой каемочкой, да? Да. Ну сейчас я тебе так и сделаю. Давай, позови свою доченьку, пусть она поест. Я ей уже поднос положил. Сейчас позову.
Позови, позови. А ты внучку свою позови. Ну это, в принципе, одно и то же. Ага. Одна и та же. Ой, проблемы. Не, сейчас выйдет. Тоже мне. Сейчас позову ее. Мамочка, выходи кушать. Мама зовет кушать. Где ты? Давай выходи. А то я сама съем. Молодец. Вот так вот мамы поступают. Мама, я хочу есть. Вот и выходи и ешь. А что он меня снимает? Ничего. Ешь и все. Спасибо. Здоровья. Мявка, как тебе удается на хвосте сидеть? Вернее, держаться. На воздухе. Угу. Ну, кисы. Слава Богу. Слава Богу. Ну все, идиллия рассосалась вся. Все как пингвины сидят себе, перья чистят. Ну да, а что нам еще чистить? Ладно. Пойду-ка я. Сейчас еще добавлю, там осталось немножко. Пожалуйста. Иди зови свою маманьку. Мямочку. Мямочку, иди кушай к маме. Иди. Ой, спасибо еще. Да, на здоровье еще. Кушай. Ну какой у тебя окрас? Да, у меня красивый окрас. Весь мамочку. Угу. Мямочка в мамочку мявочку. Да, да. Ну, теперь я спокоен за вас. И до свидания. Все. Белый бандюган, оставь эту затею. Хорошо? Угу. Да. Я же друг семьи. Угу. Только Томас вряд ли это поймет. Да, друг семьи он, конечно. Вот-вот. Ладно, до завтра, до свидания. До свидания, до завтра. Товик, бай. Бай. Марфуша, бай. Бай. Кстати, ворона улетела, когда увидела, что все отсутствует. Ой, ворона улетела. Вон она, ворона, ходит. Она моя подружка. Ага, подружка она твоя. Куда? Бесполезняк. Вороны. Бесполезняк. Все, Марфуша, бай. Бай-бай. Все. Ну ладно, до свидания. До свидания, до свидания. Все. Бай-бай. Спать. Хорошо.